Уважаемые зрители, 12 января 2024 года на экране крипто пара или инвестиционная пара XRP к евро. Так, по данному активу был, значит, следующий прогноз. Вот здесь стрелочки, это вот старые получается. Так, в принципе, что произошло? Произошло то, что я всегда предполагаю. То есть вот этот такой резкий скачок вниз, вот он здесь произошел. Вот. Да, то есть таким способом я тоже хочу показать, что мои прогнозы, они не какие-то таблетки от головной боли и отрабатываются не в тот момент, где я их рисую и как я их веду, эти стрелочки. То есть, чтобы было всем понятно, что тут именно нужно наблюдать за движением, да, то есть если стрелочка указывает вверх, значит я цену там жду где-то вверху. Если стрелочка указывает вниз, естественно, я движение жду вниз. А как это движение будет, оно может быть по-разному. Вот теперь уже можно тут, в принципе, ну, прям с такой точностью сказать, что будет происходить. То есть происходить будет следующее, значит, вот здесь цена забрала деньги, забрала там стопы, вот у всех все думали, ну сейчас пойдет она вниз, цена отскочила, укрепилась и все, в принципе, вот такое движение я ожидаю. То есть каким бы образом она там не двигалась, движение вверх я ожидаю от нынешнего уровня и получается вот таким приблизительно. То есть она как вот пробьется в зону 0,57 центов. Ну, тут она должна еще раз укрепиться, возможно, возможно, и сразу пойдет вверх, и здесь где-то укрепится. То есть, опять-таки, ну, мы должны понимать, да, что возможно она и вот такое движение, да, совершит. То есть вот, вот и все, все очень просто. И здесь в принципе следующее, ну, если вы там трейдингом занимаетесь, и вот, то следующая цель, ну, где-то 25%, в принципе, вот. Но это не конец цене, поэтому я инвестирую только в лонг определенные активы. Вот. Но если вы занимаетесь короткими инвестициями либо трейдингом, то вот такая будет картина, в принципе. Но вот здесь у нас еще получается одна, значит, одно сопротивление будет. Тут получается 15% профита. Вот. Далее уже от нынешней цены, если то, ну, где-то 25, 20, 20, 25, 20, там, 26% профита. На этом все. Уважаемые инвесторы, данный прогноз является авторским, а также стопроцентно независимым и не спонсируется компанией, которую я прогнозирую. Канал не предлагает абсолютных решений, а мои прогнозы – это всего лишь возможные сценарии, не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом к покупке и продаже актива. Если вам нравится формат моих видеопрогнозов, а также вы инвестируете в акции России, США, Гонконга, криптовалюту, металлы и валютные пары, то подписывайтесь на мой канал. Также вы можете подписаться на телеграм-канал, в котором я публикую то, что не публикую на YouTube-канале. Каждому лайку или комментарию буду очень признателен. Всем больших профитов и до новых встреч!